Лидерскую позицию среди продуктов, очищающих организм, занимает лимон. Тем более купить его можно в любое время года. Лимон богат калием и витамином С. Эти вещества сокращают количество холестерина в крови, способствуют улучшению иммунитета и правильному функционированию печени. Если вы не любите лимон, но любите цитрусовый, выбирайте грейпфрут. Кстати, команда ученых из Японии доказала, один только запах грейпфрута снижает аппетит. Если у вас аллергия на цитрусы, добавьте в свой рацион свеклу. Среди специалистов по правильному питанию этот корнеплод считается одним из лучших продуктов очищения. Важно помнить, лучше использовать свеклу в свежем виде. Также никакой горячей обработки не нужно подвергать морковь. Она богата калием, очищает почки и улучшает работу кишечного тракта. Очень полезно пить морковный сок. Еще в жидком виде можно употреблять имбирь. Покупайте корень свежего имбиря и добавляйте в чай. Он очищает кровь, снимает воспаление, улучшает пищеварение. Найти его можно в любом магазине, в овощном отделе. Там же вы наверняка найдете чеснок. Популярное луковичное растение помогает стимулировать производство специальных ферментов в печени, которые фильтруют токсины. Его можно смело добавлять в большинство блюд. Если не любите чеснок, попробуйте артишок, и уже через короткий промежуток времени ваше самочувствие улучшится. Самое главное, не забывайте заботиться о своем организме не только в новогодние праздники, но и после них.